Это вы сейчас хотите на Ютубе глянуть? Ну да. Она не берет. Почему? Да ну ладно. Слушайте, я включил камеру. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы у нас подписчица, правильно? Да. А давно подписана? Нет. Как вот началась вот эта пандемия? А, понял. Понял. С какого города к нам приехали? Комсомольск-на-Амуре. Представляете, как далеко. Далеко. От Хабаровска до Москвы. Туда с Москвы до Адлера. На самолете. Самолетом. Так, здесь глубоко. Ну, перенесли нормально? Нормально. У меня тем более еще было давление. Все боялось, что давление. Поэтому ну да, да. Принесла хорошо. Ну, слава богу. Да. Вы первый раз в Лазаревском? Нет. 72-го года. 72-го года. У меня дочери было 2 года. Мы поехали с мужем первый раз. И постоянно ездите сюда, да? Ездили, как нам оплачивать дорогу, так мы ездили. А так... Так тяжеловато, дороговато, конечно, для нас было. Конечно. Сейчас уже и дочери 50 лет, и мужа нету, и вот все равно я пока возраст позволяет, пока и ноги ходят и ездят, вот так вот. Правильно, надо отдыхать, пока живы, и общаться, и отдыхать. Слушайте, о господи, спросить хотел, что-то забыл. Сегодня я плохо чувствую себя, как-то ночью плохо стал спать. Ну, правильно, ну-ка, поработай-ка. Да, познаю, в автобус не ходят, пешком идете. Ну, это ладно, хоть и пешком, это для здоровья хорошо. Да, вот. Ночь пока обработайте все прямо. Да, конечно. Вот это обрабатывание меня прям, знаете, как напрягает. Очень долго обрабатывает. Отвлекаешься от всего. Там надо всякие... Сегодня утром. Вы когда приехали, вот что вчера. Хотел спросить. Вчера, да? Еще боюсь пока. Плавать я не плаваю, ноги мочу. Ноги мочите, да? Ну вы здорово ныряете. Ну вы смотрите, вот эти, видите, веревочки с этими, с поплавками. Да. Ну рядом с ними будьте. Зайдите сначала по колено, потом чуть подальше. И страх перебарывайте. Просто идите навстречу страха. А видите, я же в очках ходила. В том году операцию сделала на глазурное, на правую. Вот почему может легче будет. И этот плюс 2, а этот плюс 10. И вот видите все. Оно как-то меняется вот это вот. Угу. Ну сегодня утром пошла по камням. Мама мия, взяла с собой резиновые тапки. Не могу. Прямо бы как качка. А надо босиком, тапки снимайте. На подошве все точки, все. Никакой массаж не нужен, просто ходите по галькам. Раньше-то я ходил, а сейчас уже... Ну, надо постепенно. Когда я сюда приехал, я тоже ходил на цыпочках по этим камням, а сейчас я бегаю просто чисто по ним. Я их не чувствую, эти камни. У меня ноги привыкли к камням. Это очень полезно. Камни, да. Ну что, какие минусы нашли? В Лазаревском. А каких, что в парке сегодня, правда, немного было, что только вот аттракционы не работают. Вот вот. Сказали, 21-го вроде. То на 15-е было, теперь на 21-е. И границу Абхазии хотят открыть 21-го. Вот тоже, вы знаете, вот желательно. А работник, который у меня сосед работает в этом парке, он говорит: Олег, как бы не 23-го, а не 29-го еще бы открыли. Он же там это краем ухом слушает, о чем говорят. Он в парке там деревья сажает, там работает. Вот. Ну, вчера включали это колесо. И, кстати, она еще и крутилась. Опробование, наверное. Да, они пробовали еще, когда людей не было здесь. Я с шариком ходил, смотрю, загорелось. Эти штучки вешал, это же новое оформление там сделали. Эти штучки вешал Алексей, который вот новый бассейн вот здесь прям рядом построили. Ага. Он всю зиму там вешал, делал. Он тоже ждет, не дождется. Да все местные ждут, не дождутся, когда все наконец-то включат. Они лето ждут, чтобы заработать что-то, чтобы зимой потом жить. А тут, видите, получается, как у них. Иду мимо сегодня того киоска.
говорю, ага. Купите мороженое, не хватает на аренду. За аренду заплатить, это да, что тут, такое? Тут такие аренды огромные. Вот здесь вот стоят вот ларьки. 700 тысяч, по-моему, платят. Месяц. Или всего. Но это тоже не 5 рублей, не 50, а 700 тысяч. 700, 500 и 50 тысяч. В месяц. Это что надо продать? Да, да, да. Заплатить. Ой, мама моя. Ну, а где вы заселились? А вот тетка нянчила вот эту девочку. И вот у них заселилась. Гостевой дом? В 11-м доме, переулок Павлова. Ваня, ты рыбачить? Ну да, здорово. О, что-то видела, тоже где-то так. Там стоит рыбачок, ни хера не ловит ничего. Сегодня по рыбки. Ну вот эти в море уезжали. Сказали, вообще слабо клювало. Ну, беркут. Ну, я понял. Ну, давай. Я с подписчицей разговариваю. Я без удочки. Подписчики? Да. Зрители. Город. Питер. А что, боитесь камеры? Ну, вы даете, ребята. Глазки закрыли, все. Тоже узнали. Питерская семья не хочет на камеру, стесняется. Ой, что стесняться-то? А я сам стесняюсь. Было болезненно, что сказать, а? Я сам стесняюсь. Я себя, видите, я не снимаю себя. Как-то купаюсь, я ее поставлю, но там вдалеке меня не видно, я как не стесняюсь. А другие блогеры ходят, они себя снимают, в основном себя снимают, они не стесняются, а я не могу. Что еще расскажете? Что рассказывать? У нас вот с этой вот, как говорится, с болячкой, с этой пандемией, вырваться. Пришлось дать анализ. Как-то на каждом углу температуру мерили, не у нас, а то в аэропорту, то в этом, где-то в магазине. Да. Это страшная вещь. И главное дело, если бы наши больные одни городского, а то с одного селения, как вот в Латвийске, например, какой-нибудь вот, например, с Кагабша какой-нибудь привез, или что, вот все в одну деревню, так же, как у нас. А Фургал с ваших краев? Да, да. Вот за них он, знаете, шел. Жигнёвский сказал, что дождется гражданскую войну устроена. Народ у вас там поднялся, что-то за него. Да, я в субботу ходила, махала рукой. Стыдно, махала рукой. Неудобно первый раз. Все-таки бы вот человек начал работать, как бы, минут. 15 лет прошло, 3 месяца, будет 15 лет срок давности. Так же и Быкова. 26 лет прошло, его закрыли. Вон этого закрыли. Платошкина еще месяц назад закрыли. Ну ладно, мы что-то в политику ушли. Давай, не будем. У нас вот она, путешествие канал, а не политика. Что-то вот хотела на каком-нибудь катерке прокатиться, да? Ага. А там все написано «Купание в море». Что, обязательно, что я должен? Ну, нет? Посидите, понаблюдаете. Можете вот рыбу съесть. Половить. Не, а есть корабли без рыбы. Вот беркут, он может это удочки дать, вы можете порыбачить. А другие кораблики просто в море выйдете и оттуда пейзажи все эти посмотрите, горы там, все оттуда и со стороны моря все четко видно. Просто. Мы в 19-м году с внучкой ездили на Красную Поляну, ой, здорово понравилось. А, там да. Ой, здорово понравилось. Я в 17-м году ездила тоже, одна ездила. А вы на канатках тоже катались? Мы, когда Настя была, Настя, в 8-м, ага. Это было в 12-м году. Тогда еще были, мне кажется, открытые кабины. Или закрытые, я уж не помню. Катались. Ну и не боялись? Не, ну это, нет, не боялись.
А в каком же году я еще ездила? Вообще открытые были, есть у меня фотографии. Это уже в связи с Олимпиадой? Ну да. Да вот точно, была закрытая. Вот в связи с Олимпиадой сделали закрытую. Вот так. Значит, вы одна отдыхаете, а там дома есть родственники? Семья Дочкина, семья в одной. Мы вместе живем. Ага. Ну, и на камеру скажите приветик или там, или еще что-нибудь. Лариса, а? Лариса, Андрюша. Это сын и дочь. Ага. А внуки, они внимания не обращают на бабушку. Внуки большие уже? Большие. Двойняшкам по 29 лет. По 29 уже? По 20 ну, лет. Взрослые, да. Парень, девчонка. У них там свои дела, сейчас им у теперь них дела. Не до бабушек. Когда маленькие были, бабушка, бабушка, да, бегали. Во-во-во. А сейчас все. На две недели приехали, да? Дорога дорогая, на месяц. На месяц? Ну и правильно. 40 тысяч дорога. В один конец получается, да? Да. Нифига себе. А тут еще слуховой аппарат купили. Кстати, что я молчу, господи, вот что значит башка дырявая. Как зовут вас? Раиса Сергеевна. Раиса Сергеевна. А я что-то даже не спросил. Ничего не дырявая, просто уставший человек. Прошла все не рано, видимо, открыли в эти ворота. Утром я была, была закрыта. Там вот возле этого. Сейчас я посмотрю, кто. Пол восьмого. Ну хоть до конца прошла. Открывают. Пол восьмого уже. Вот свет включили. Свет включили. Покраше будет нормально. Черное море, Лазаревское, 16. Сегодня какое у нас число? 16 июля 2020 год. Сидим, разговариваем с подписчицей. Жили-были. Ну, значит, что самое главное, что прилетели, что давление не тряхануло. Сильно переживали, да? Таблетки? Да нет, я когда уже настроилась на хорошее, что я буду за это? Нет, надо как-то себя в руках держать. А я на самолете боюсь. Ну, у меня нервная система расшатана, я вот на этом колесе боюсь. На самолете боюсь. Закрытую кабину боюсь. Лифты боюсь. Вот в открытых боюсь. Я боюсь, знаете что, что я оттуда спрыгнул. Это, это психика уже нарушена. Не надо. Что вы, живите на здоровье. А спрыгать хочется не от того, что ты хочешь разбиться, а от того, что страшно, а этот страх тебя перебарывает, понимаете, и тебя толкает на это сам. Поэтому избегать надо таких мест. Это... Вчера вот ехала на ласточке. Да. Села около окошка вдоль берега. Ага. Ну не видно ничего. Ну, действительно, что тонированные черное. Там, тонированные ласточки. Разве тонированные? Да, обязательно. Ночью будете ехать, вообще ничего не увидите, потому что они тонированные. Вот это да. Не зря называется Черное море. А ласточка хорошо в ней, я ее не боюсь, я автобусов не боюсь, серпантинов не боюсь. Я вообще в жизни ничего не боюсь, кроме змей и высоты. И о, вот эти змей, вот. Это да, это я видела. Вы... А вы боитесь змей? Еще бы, у нас как-то бывает. Значит, змей, я не один боюсь змей, я даже ужей боюсь. Я рыбачил, короче, в Оренбурге на озере, сижу, рыбачу, карасиков туда подкидываю в садок, а потом как-то кинул карася, а он не попал в горлышко, а на сетку сверху упал. Ну, я рукой туда полез и смотрю, у меня уж сидит в этом садке, туда залез и вот так вот смотрит на меня оттуда. Ой. Я так в воздухе перевернулся пару раз.
попросил своего рыбачка, он его рукой залез, вытащил и отпустил. Представляете, как можно так? Я даже в перчатках его не смогу до него дотронуться. Как-то вот высокое здание вот это стоит. Да, да, да. А там за ним улица-то, я не помню какая, Даевская там идет. Есть там улица, да, такая. Ага. Мимо идет, как говорится. Грязно-грязно тогда было, еще когда стройка была. И там какое-то помещение было, вроде как цирковое представление. Я там смеялась до упаду. И там, ну, как, вот эта зона фотосессию делали. Я с этим судом фоталась на шее. Вот так. Я говорю, ничего, не, он не, даже не заклеено, ничего, не завязано у него. Может, вот... может, язык вырвали уже. Вот здесь, где социалистическая улица есть, вот от Гренады, а там такой промежуток, можно пройти по судоверфи, а там зелень такая, вот там очень много уже. И выходишь прямо вон на тот большой дом. И как-то я и шел, пришел с этого, с водопада, на водопаде не встретил ни ужа, ни змею, ничего. Ну, часто говорил об этой змее, то, что я боюсь. И иду вечером я там, и вот, перебегает опять дорогу у меня. Вот такой шланг. Вот так. Это в прошлом году, в августе. Я офигел. Ну, ладненько, вам счастливо отдохнуть. Спасибо. Набраться большое. Здоровья. Вам спасибо за все. Побольше здоровья набраться. Всего вам я самого просто, хорошего. Знаете, я не знаю, вот посылаете это. Вам посылают на собачек, а я не знаю, как поставить сейчас денежку. Я ничего не возьму. Я позвать не умею. Все, до свидания. Я хотела для собачек. Не обижайтесь. Нет, 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 нет. Вам здесь ну, надо. Тогда надо будет у вас спросить. Эти денежки потратите на кораблик. Все, до свидания. Подписчики из Питера, до свидания. Вот собака, но это не наша, она меня не знает, я ее тоже. Вчера плов взял в кафе, там оказывается не 300 грамм, а 250. Я поел и то ли ел, то ли не ел, короче. За эти деньги можно целую курицу взять дома, сварить ее еще и пожарить. И ништяк будет. Меня кто-то ВКонтакте спрашивал, а что ты там шашлык себе не возьмешь, а что ты там... Да ладно. Пойду еще пройдусь там, посмотрю, шарик на месте или нет. Если нет, то я больше его искать не буду. Не обижайтесь. Буду кормить тех, кто встретится мне на пути. Все. Вот здесь он раньше вот в этом проходе лежал. Вот здесь. Вот в этом проходе он раньше лежал.